Привет всем, дорогие друзья, и добро пожаловать на канале MX Fishing. Четвертый день нашего нахождения во Франции, вместе проведения мировых соревнований. Вот, друзья, соревнования закончились, сегодня был второй день. Вот, пока неизвестны результаты, мы немножко походили, понаблюдали. Я делал небольшой лайвстрим на Инстаграме, вот, который вы могли посмотреть. Сейчас, после соревнований, ближе к вечеру, мы приехали на зоны, где ловили спортсмены. Вот, и так как соревнования закончились, мы будем ловить в этих зонах. Посмотрим, что у нас получится. Вот, погодка, конечно, не очень-очень жарко, то есть 32 градуса в тени. Вот, мы, в принципе, просто уже сжарились, у вас видели сейчас выход рыбки. То есть форели очень много осталось, то есть, ну, ее не выбирает, ловится по принципу поймал, отпусти. Вот, результаты я оглашу. Постараюсь, если узнаю в конце видео, или дополнительно сделаю еще оповещание. Вот. Ну, сейчас постараемся поймать рыбку. Вот, и все, что получится, вы увидите в этом видео. Итак, начинаем ловлю. Небольшая вертушечка от Pantoon 21-2.0. Очень маленькая. Вот. Посмотрим. Живет здесь рыбка. Вот. В преимуществе, конечно, форелька, но здесь обитает и голавль. Опа, была поклевка. Сразу после заброса, но не села форелька. Вот это да, на первом забросе. Интересно. Надо отпустить чуть-чуть тормоза. Потому что, не, в принципе, форелька такая 250 грамм, 400 грамм максимум. Вот, но можно рассчитывать и на сюрпризы, скажем так. Вот она, следующая поклевка, но почему-то рыба не садится, что очень странно. Итак, уже минус одна приманка на этом месте, где-то вон там перед свалом лежит коряга, вот, и оставил свою вертушку уже там. Опа, вот она, ребята, первая форелька. Вот она, красотка, небольшая совсем рыбка, берем. И вот она, 150 грамм форелинка. Супер! Очень красивая рыба, не будем ее обжигать. На небольшую вертушку. И аккуратненько рыбку отпускаем. Ну, не туда, красотка. Побежала. Супер! 10 минут мы на воде, и есть уже первая маленькая форелька. Вот она, ребята, еще одна. Ха-ха-ха. Микрофорель. Ха-ха. Супер. Две штуки шло следом. На вертушечку, да. Черный лепесток. Отцепляем красотку. И ловим дальше. Красотуля. Так. И побежала.
Две рыбки в течение 15 минут. Ну, много, конечно, сходов, нереализованных тычков каких-то, где рыбка не садится, но рыба очень маленькая, вот, 150 грамм, вот сейчас обе где-то в районе 150-180 грамм форельки, вот, агрессивные, конечно, но на такую вертушку в размере 0,1, например, там не очень хорошо садится, потому что ротик-то все равно не такой большой, скажем так. Ах, ветка. Ну, это тоже бывает. Трофей деревянный. Вот поклевочки, но вот она идет следом и развернулась, убежала. Но эту можно еще доловить. Забрасываю недалеко. Оп! Сразу поклевка, но сход. У меня оригинальный мэпс блес на вертушке. Вот, крючки я не менял. И вы сами видите, что происходит. То есть поклевка и сразу сход. Вот, три штуки вышло следом. И ни одна не села. Вот она очередная. И сход. Как я начал говорить, крючки оригинальные, мэпс. Но не очень хорошие. Рыбка сходит. Вот она, третья рыбка, ребята. И второй заброс на этом месте. Еще одна рыбонька. Ребята, это просто что-то с чем-то. Четвертый заброс. Третья посадка, и уже 4 поклевки было, но 3 я смог только реализовать. Это просто какой-то капец. Вот она, еще одна. Просто супер. Просто наслаждайтесь, дорогие друзья, наслаждайтесь форелевой рыбалкой на ручье. На таком, во Франции. Город называется Аурилак. Вот, форельку отпускаем. Вот, ну, друзья, кто собирается сюда приехать, в принципе, я не могу посоветовать эту местность. Вот, от меня 900 километров. Следующая поклевка. Вот, 900 километров от меня. Я живу около города Хайдельберг в Германии.
Вот, и в принципе без соревнований, то есть когда запускается рыбка, водоемы реально пустые, скажем так, в стандартном модусе. Вот мы ловили вне зонах 2 дня подряд, и кроме нескольких головлей, скажем так, в городе в самом, мы в принципе ничего и не поймали. То есть некоторые были, ну, немножко поклевок и так далее, но ничего серьезного. Вот. Форелька сейчас ловится. Почему так хорошо? Потому что это зоны, там, где проводились соревнования. Вот, еще одна. Зоны, где проводились соревнования. Вот. И из-за этого рыба здесь стоит, она есть, скажем так. Из-за чего она ловится как с пистолета сейчас, реально. Золотую вертушку. Вот. А если вы приедете в какое-то другое время, скажем так, шансов отлично половить, ну, фактически ноль или очень маленький шанс поймать что-то серьезное, то есть или количество, или вообще что-то поймать. Скажу вам честно. Вот, скажем, вот такая форелька. Я волнуюсь, адреналин зашкаливает, дорогие друзья. Вот такая вот красивая форелька. И да, на чем я остановился? Шансов не очень много здесь половить хорошо рыбу. Вот. Если вы, конечно, покатаетесь по местности, может быть, удастся что-то найти интересное, но, скажем так, шансов очень мало. Скажу честно. Так что из-за этого мы, в принципе, приехали понаблюдать за соревнованием и после соревнования половить в зонах, где засажена рыба. Вот. Опа! Поклевочка. Вот. Очень интересно, конечно, как с пистолета клюет. Сейчас попробуем не бросать так далеко. В принципе, рыба стоит и вблизи. Вот она. Зацеп. Но рыбка шла следом. Вот, я ее увидел, но где-то за коряшку я засадил. Это просто какой-то ужас, ребята. Очень позитивно, но одна за одной ловится. Это 10-я рыба, по-моему. Просто жесть. Ее здесь миллион. Почти каждый заброс, посадка.
Вот она. Следующая. Это просто какой-то ужас, ребята. 11-я форель за 5 минут. Фух. Я сбил сейчас счета уже, наверное, 12 или 11 форелька. Вот она, 13-я. Это просто жесть, дорогие друзья. Там просто аквариум. Zetrix Arte 0,8, 5,5 грамм. Просто супер отрабатывает рыбу. Это просто огонь, ребята. Ощущение топ. Надо передохнуть. Поменяли место, дорогие друзья. Сейчас попробуем еще что-то поймать. Вот. Ну, потому что одно место надоедает, скажу честно. Там и клюет, может быть, но как аквариум, в принципе, где бесконечные поклевки. Вот. И хочется все-таки... Ох, поклевки. Хочется все-таки в других местах тоже опробовать свои способности. Ребята, 16-я форелька сегодня. 16-е. Вот такая микро рыбка, но очень приятно, я вам честно скажу. И поплыла. Ребята, если кто-то спрашивает себя, почему я так быстро вытаскиваю рыбу, все просто. Она уже сегодня весь день была наколото, вот, ее мучили, скажем так, ловили, выпускали, вот, и довольно жарко, 30 градусов, как я говорю, в тени, вот, и не хочется, чтобы рыбка погибла, так что я быстро выматываю, быстро освобождаю, чтобы она опять
попала в свой элемент и долго не мучилась при вываживании. Вот. Это очень важно для того, чтобы сохранить рыбу. Вот. Ну, просто мы ее не берем, не кушаем, скажем так, нам не надо. Вот. И из-за этого стараюсь быстро ее поймать, вытащить. Вот, и тут же быстро освободить, не касаясь рыбы, беру только через подсак, вот, ну, чтобы и не обжечь рыбу руками, скажем так. Вот интересное место. Сейчас попробуем здесь. Спуск есть. Перекат. Быстрая течка. Вон там спокойно. Вон там вот крутит воду, то есть обратка, и здесь под деревом была глубокая ямка. Сейчас попробуем, посмотрим, что у нас будет здесь. Хотя освещенное место, вот, освещенный район, не в тени. Может получиться так, что рыбка не стоит на солнышке. Попробуем, посмотрим. Несколько забросов, вот, и пойдем дальше. Оп, была поклевочка под деревом, как я и говорил, в этой ямке. Вот, ну, в принципе, места очень быстро опознаются. Вот, то есть, ну и как по щуке или там по другим видам рыбы, то есть, ну прям пахнет такое место рыбкой. Вот. Ой, что это, блин. И из-за этого я сразу сюда, в принципе, и подошел. То есть водоем читается довольно просто, скажем так. Опаньки, ребята. Ох, исход. Какая посадка была. Просто офигительная посадка. Но, к сожалению, исход. Ой. Прям адреналин прихлынул. Это было жестко. Хорошая крупная форель. Вот. Но ничего не поделаешь. Не вся рыба ловится, скажем, которая клюет. Пошел в дело зеленый силиконовый червячок. Как я ловлю на него? Да, вот опять я леску зацепил, что-то вот она, кусок оборванной лесочки. Вот я его тащу. Жалко. Интересно было посмотреть, что на другом конце. Вот, почти стоячая проводка, легкая головка, наверное, в уровне полграмма, чтобы играла приманка на поверхности, в принципе. Вот, и да, вот был выход. Форелька понюхала приманку, но не стала ее хватать. Хорошо было видно спинка, но, к сожалению, что-то ей не понравилось. Вот, ловим просто, даем приманке сплавляться и иногда поддергиваем. Но эта леска меня, конечно, уже заколебала, скажу вам честно. Вот сейчас опять я за нее зацепился. Вот. И дает сделать нормальную проводочку. Вот, уровень заглубления я могу здесь регулировать весом головки. Сейчас я поставил, как я говорил, уже примерно полграмма. Потому что выходы на поверхности присутствуют. Рыбка смотрит все-таки вверх. Посмотрим, даст ли он нам что-то или нет. Вот они, ребята. Вот она, ребята. Форелька на силикончик. Зеленый силикон. Червяк. 65 сантиметров. Миллиметров, извиняюсь. Адреналинчик дает свое уже. Вот она, красотка.
Вот она. Так, где-то там мой подсак. И вот такая очень красивая ручевая форелька. Посмотрите на нее. Просто супер. Вот она поплыла, вальяжненько восвоясь. Встала на струю и будет теперь отдыхать какое-то время, перед тем, как опять порадовать кого-нибудь поклевкой. Просто супер. Вот такой зеленый червь, как я говорил, 65 миллиметров с запахом сыра. Вот, очень такой вот яркий цвет. Это не шартрес, а прям реально зеленый. Вот. И принес нам поклевочку. Супер! Наша рыбалка во Франции все-таки удалась, дорогие друзья. Вот. Кто будет смотреть это видео, если вам интересно, я немножко расскажу опять же про свои снасти. Ловлю я на Zetrix Arte 672 модель, 0,8 до 5,5 грамм. Просто супер палочка, как видите, она отлично работает на стриме. Вот, я в принципе ее покупал для ариоловли. Вот она и создана, скажем, средний класс для ариоловли. Ну просто супер палка, удобная, рыбу не сливает, скажем так, и просто даже дизайн очень крутой, скажем, мне она очень нравится. Вот, а по катушечке у меня стоит Дайва Лувиас в 2000 размере. Вот, 6,4 к 1 передатка для стрима, потому что на стриме нужно делать, ну, скажем, быстрый выбор лески иногда, из-за чего и 6 к 1. Вот, и намотан 0,25 ПЕ шнур плетеный, плюс подстегнут 0,14 флуорокарбон, потому что вы меня знаете, я люблю все очень тонкое, филигранное, мелкое. Отличная комбинация, супер палка, супер катушка, я очень доволен, что это все приобрел. Вот. Также по снаряге у меня рюкзак, боковая сумка с разными приманками и подсак. Все, в принципе, для такой рыбалки на ручье больше ничего не надо. Рюкзак, в принципе, там вода и батарейки для камеры, которые, к сожалению, уже закончились все, потому что я снимал сегодня на них, скажем, и соревнования, и сейчас нашу рыбалку. Вот, за 2 часа рыбалки здесь, на этом месте, я поймал лично 17 форелек разных развесок, то есть от 150 примерно до 300 грамм. Вот, что я считаю, просто супер результат. Спасибо организаторам, что запустили столько много рыбы. Вот, для нашего удовольствия, скажем так. Вот, и, ребята, на этом я прощаюсь с вами. Просто, чтобы не делать видео бесконечно длинным, вот, чтобы вам не было скучно. Хотя, я думаю, в этом видео этого не произойдет, потому что очень много поимок. Я сам просто еще не могу успокоиться. Супер рыбалка во Франции у нас получилась. Вот. И я буду снимать дальше. У нас еще один день рыбалки. Завтра мы приедем с утра. Вот. Посмотрим еще другие места разные, скажем так, чтобы, ну, было разнообразие. Ну, а вам спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, вот, я очень с удовольствием люблю отвечать на вопросы, комментарии и так далее. Вот, спасибо всем еще раз, дорогие друзья, и пока из Франции, увидимся!